Большинство покупателей могут не волноваться, потому что в огромных сетях используются готовые брендовые посттерминалы, которые в принципе защищены, и украсть оттуда банковские данные невозможно. Эта опасность больше подстерегает какие-то киоски самообслуживания, где отдельно стоит какой-то Windows компьютер под управлением операционной системы Windows, карт-ридер, там отдельно устройство для ввода пин-кода. Вот здесь, да, возможно украсть информацию.